Привет, друзья! Ну что ж, продолжаем с вами заниматься тригонометрией. На этот раз давайте решим какое-то тригонометрическое уравнение из известного экзамена ДВИ. 201 вариант, насколько я помню, 2020 год, предлагалось следующее уравнение. Достаточно нехитрое. Тангенс 2х равен 2 косинус 2х на котангенс х. Что тут можно сделать? Тут никаких дополнительных условий нет, задание стоит просто решить уравнение. Что тут можно в первую очередь сделать? Давайте тангенс и котангенс естественным образом представим через синус и косинус. Тут будет у нас синус 2х делить на косинус 2х и равно 2 косинус 2х на косинус х синус х. Естественным образом возникает также условие, что косинус 2х и синус х не равны нулю, потому что на нуль делить мы с вами не научились. Теперь давайте-ка обе части умножим. Раз они не равны нулю, мы можем на них умножить. Косинус 2х синус х. Тогда что у нас получится? Синус 2х на синус х, и это будет 2 косинус квадрат 2х на косинус х. Тогда представим синус 2х по известному выражению синуса двойного угла. Тут синус на синус квадрат на косинус х и равно это 2 косинус квадрат 2х на косинус х. Поделим все на 2, перенесем влево правую часть и вынесем косинус за скобки. Что останется в скобках? Синус квадрат х минус косинус квадрат 2х и равно это 0. Вот она, наша первая серия корней. Косинус х, следовательно, равен нулю. Отсюда х это π пополам плюс πn, где n принадлежит множеству целых чисел. Обозначим его как первая серия корней. Она совершенно не противоречит нашему требованию, соответственно, является таковой. Так? То есть все это корни данного уравнения. Ну а что ж дальше? Ну а дальше приравняем второй множитель к нулю. Почему? Он тоже может быть равен нулю, не так ли? Что у нас получится в таком случае? Синус квадрат х минус косинус квадрат 2х равен нулю. Ну, тут можно по-разному пойти. Можно это представить как разность квадратов. А можно синус квадрат х представить как 1 вторая единица минус косинус 2х минус косинус квадрат 2х и равно нулю. Умножить все это на минус 2, обе части умножить на минус 2, получить косинус 2 косинус квадрат 2х плюс косинус 2х минус 1 равно нулю. Это уравнение элементарное, сводимое к квадратному. Давайте дискриминант найдем. Заменим косинус 2х на t, даже мысленно это можем сделать. Тогда найдем дискриминант, единица плюс 4 на 2, 8, это 9. Отсюда косинус 2х, это минус 1 плюс минус корень из 9, 3, делить на 2, на 2, 4. Следовательно, наш косинус 2х, это либо минус 1, либо 1 вторая. Ну и так, что мы видим сразу? Если косинус 2х, это минус 1, так получается, что 2х, это пи. Так, ага, пи, причем плюс 2пи, так, к какое-нибудь. Так, если мы на 2 поделим, у нас получится то же самое. Поэтому косинус 2х равный минус 1 рассматривать в принципе нет никакого смысла. Это будет абсолютно то же самое, да, это будет пи пополам плюс пи к. А вот косинус 2х равный 1 второй мы рассмотрим. Что у нас выходит? Выходит, что 2х это плюс-минус π на 3, плюс 2π, ну, у нас уже n было, значит будет k, где k это некое целое число. Тогда отсюда вторая и третья серии корней, это плюс-минус π делить на 6, плюс πk, где k множество целых чисел, не некоторое целое число, принадлежит множеству целых чисел. Ну вот так вот, дорогие друзья, получается у нас три серии корней. Пи пополам плюс πn, пи шестых плюс πk и минус пи шестых плюс πk. Отлично, дорогие друзья, достаточно простое уравнение, поэтому мы больше никаких комментариев по этому поводу делать не будем. Думаю,
все до примитивного, я бы сказал, просто. Поэтому на сегодня все. Пока-пока.